Добрый день, дорогие друзья! С вами Некрос и Корделус. Молчание. Молчание. Ну что ж, это Лига Легенд. Сейчас будут саппортить Засону. Сейчас мы поможем мастеру и зафармить. Расскажи, в чем особенность данной игры. В том, что у нас... Триадека, да, Джин на топе. Он будет тащить. Правда? Нет, блин, я его солью. Будем тащить. Так, сейчас будем агрессировать. Чё там, Маокай-то в кустах? Ну-ка, уходи оттуда. Маокай. Маокай будет в кустах этих деревяшки. Деревяшки будут туда. Вон, деревяшка. Деревяшка пошла. Бамс. Деревяшки эти, они очень больно бьют. Знаете ли. Слушай, такой вопрос. Какой? Вообще... Я так понял, что скин натива дьявол дорого стоит. Тихо. Меня убить хотят. А это нормально. Это нормально? Да это не очень, не очень нормально. Твич тут совсем обалдел. Есть такое. Твич это же... О, опасно. Нет, только не это. Что такое? Только не его деревяшки. Они очень такие, знаешь. А, он теперь туда постоянно будет эти деревяшки кидать. Это нормально. Лучше поэтому в лес не заходить. Потому что там деревяшки. Ну, опять деревяшка. Ну все, в кусты нам лучше не идти. Ну и ладно. Ага, жадный Твич. Жадный Твич. Ишь ты, ух ты. Корделус, ты знаешь Некроса? Нет. А ты стримишь, что ли? Нет. А, это пишут, что ли? Да. Не надо мне такое писать. Так, сейчас будем аккуратненько. Бамс. Хорошо, что я килл не забрал. Это замечательно. У нас это... Что? Первая кровь АДК. Это супер. Это очень супер. Это прекрасно. Да. Так что линию мы, я думаю, пока что нормально тащим. Что-то говорят, нам уходить надо или что? Нет, это мастеры задал вопрос, почему все так плохо. А, почему? У нас с нами только эта фигня произошла. Понял. Какой-то детроф там ходит. Так, вардок. А, у меня-то варда нет. У меня-то вардика-то нет. О, ну конечно, вот эти вот деревяшки в кустах, это жестко. Они, по-моему, урон наносят от этого, от максимального количества хп, если я не ошибаюсь. А где АДК их? Куда он пропал? Я без понятия. Вот это мне прям интересно.
О, интересно, что будет, если сейчас я зажать ничего. Призрак контролирует, это хорошо. Слушай, АДК реально пропал куда-то у них. Аня, во. Твич. Твич. Твич пришел. Все хорошо. Ну что, на базу пойдем? Калиста, или что? Или как? Ой, там Каин. Ой-ой-ой. А они сразу такие, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну так, конечно. Сразу, да? Ой. Деревяшка. А, он, конечно, будет отсюда заходить. Понятное Блин, дело. Блин, вот веча такая вондервафля в руках, жесть. А, это гангстерский или... Нет, это какой-то командос, по-моему. Химический твич. Или да. А, это может быть этот, омега-скват твич. Угу. Командос. Мастер идет, но сейчас будем бить. Агрессировать. Да. Что это так? Что это? Не надо! Бамс. Блин, Тима, сейчас соберу же бэфсворд, у тебя проблемы начнутся. Мастер-то идет, нет? То я все хочу ворваться. Будем мы ворваться-то в них? Давай, давай, ну. Ой, ну убили главное. Главное убили, правда же? Правда же? Отлично. А я смотрю, твич пропал, думаю, А я его это... Как его? Когда твич пропадает, это нехорошо. Это плохо. Это как с пауком. Страшно не когда паук по стене ползет, а когда он внезапно пропадает. Он кусает. Не, ну это вообще жестко, что-то ты прям... Что-то Тима, конечно, дамажит. У него, я не знаю, у него то ли пассивка переработана, то ли он вообще как-то... Ему не надо вообще теперь ничего делать, чтобы убивать. То есть просто кидается лошером. Ой. Помоги мне! А теперь не надо мне помогать. Теперь у меня все нормально. На меня карма, прикинь, напрыгнула просто. Такая, я тебя убью, просто жесткая такая прям. Так, я надеюсь. Может такое быть. Все нормально, я на базу пойду. Мне норм. У меня маны нет, пусть она фармит. Мне нужно много чего купить полезного для команды. Например, видящий камень. Вот это убираем, это покупаем. А, ну да, это понятно. Вот это берем давай. Ну и в принципе что? В принципе можно вот так еще сделать. Давай, полетели. Правда я без хилок, но у меня есть, ну хил просто. Так что ладно, я думаю, так сойдет. И так сойдет. Куда мы? А-а-а. Ну я не буду, скажем так, жадничать ульту. Не выходит у нас вот с мастер и скопироваться. Ну ничего, смотри. У нас АДК трипл килл. Вообще замечательно. Больше фарма. Правда, вард там. Вард бы снести. Типа того. Буду очень признателен, если ко мне 5 человек придет. Надо вардить. Вардить все вокруг.
больше вардов, меньше проблем. Все, вардеть. Отлично. Что за фигня? Да, что-то с Тимой не так. Больно он балансный стал какой-то. Просто кидает в меня какую-то фигню. Мастеры, просто... уходи. Уходи, мастеры, пожалуйста. У меня маны нет, я ничего не сделаю сейчас. Ко мне тоже, кстати, заскакивал недавно. Кто? Ишка. Ну вот он маленечко убит. Что такое началось? Ого. Что-то нехорошее началось на карте. Это да. Да что-то прям да. Раскатали нас. Помнится мне, тут вардок был. Вот тут вот. А, все, уже нет. Ну, что-то прям боль. О, давай как раз на базу сходим, сделаем... притязание сделаем. О! О! Это типа ловушка такая была. Ловушка для кармы. Такая. Они телепортуются. Это байт. Да. Притязание есть. Так, сапоги чародея, либо... Не, ну для пробивания можно, кстати. Тут к тому же, по-моему, плюс 18. У меня и так вон... сокращение перезарядки нормальные, поэтому я буду больно бить. Можно, кстати, такого полу, знаете, полубоевого сделать саппорта. Полубоевой, полу такой помогающий. Обычно-то я, конечно, покупаю на пробиво, ну, на эти, на кулдауны, но мне, в принципе... Я могу, кстати, это, прикольнуться и купить лич, чтобы прям вообще... Так, а ребята, ребятам там не это? Ох, ёлки! Да-да-да. Ой, она меня убьет сейчас. Тихо. Сейчас все будет. Ну и что за фигня? Где это чудище? Вот оно. Она сейчас, может, я успею ее убить? У нее щит же спадает? Ну, конечно же, не на всю жизнь. Ну почему? Она умерла от крипов. Мне не хватило просто маны. Нет, на всю жизнь тогда. Щит, ага. Ну как ты это себе представляешь? Это же жесть полнейшая. Тип тау. Ой, там эту бьют. Или она бьет кого-то. Она забирает синего. Я думаю, что она справится с Маукаем. Ох ты! Смотри, как неприятно получилось-то, а? Ой. Ой. Ой, я что-то слишком сильный саппорт, по-моему. Прям бамс просто в лоб. Кьюшечкой и все. Ого. Так, я не понял. Бабамс просто. А мне сейчас топ снесут, если так. Да, кстати. Я хрюкнул зачем? Ну, нормально. В моем стиле пойду. Да. Зараза. О, 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 что за ульта? Это Маукая бесполезная.
Бамс просто. У нас раскормилась это АДК. У вас там какая-то фигня происходит. Они специально мне что ли башню отдали? Ой, и ты чё? Ай-яй-яй, сейчас же кинет меня фигню. А вот, да вот то, что мы вот про тебя забыли, вот это, конечно, плоховато. Ну, это всегда так, про меня все время все забывают. Че, реально лич собрать? Раз у нас преимущество, что прям бомс. Хоть бы раз ко мне пришли, помогли бы спушить башню. Да вы не ходите? Блин, ну вот в натуре, вы же спушили им бот, чё вы ко мне не ходите? Угу. Что это такое? Давай вот так. А, стоп! Вот это я забыл. Сейчас будем разбираться. Агрессировать и разбираться. О, там что-то это. АДК убивают. Закалисты выехали. Ты, по-моему, это... Нет, 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 все отлично, все суперско. Гоу-гоу. Гоу-гоу, мастер Йи. Ой, что так мне далеко-то вы кидаете-то? Не надо так делать. Да, норм вроде. Это начинаю бояться и не агрессировать. А ты не бойся. Не, мана очень быстро заканчивается. Вот это меня маленько разочаровывает. Парень задумался. Да. Есть немножко. Поэтому я и хочу собрать вот эти вещи, которые будут мне ману восстанавливать нормально. Ау. Воу, слышишь, ты чё, ты от кого такой? От этого, от Тима так получил? Это Тому, да, Тому так дамажит. Чё-то Тому, по-моему, переделали. Да вроде не должны. Что он какой-то уж очень балансный стал. А, вот, их трое там, я-то думаю, чё не так это? Ты-то там не лезь, пожалуйста. Я не лезу, я добиваю крипов. Чтобы они не продвигались. Ну, кстати, да. Ну-ка, давай, ускорение. Бам-бам-бам-бам-бам. Там Каин. Да, пусть заходят. Никаких вардов. Ой, там грибы. А, кстати, да, грибы. О, я что-то как-то это... не туда наступил. Такое себе сейчас там, было. Там Тима как-то, ну... внезапно очень оказался не в том месте. Не в то время. Нельзя, а, да, нельзя. Хотя, 3 АДК, если расфармятся. Не, она вообще ничего не боится, что? Возможно. Я тебе помогу ульт включить и убить ее, но только на кой фиг мне убивать саппорта? Трать ультимейт сам. Смотря какой саппорт, не знаю. Такое. Если бы я за убийство ультой получал бы дуп опыт, вот... А так фигня. Что, дракона будем? Дракогника. Сейчас я проверю. Ух ты, вот это да. Мистер Каин. Ой, что-то больно. И Тома еще сзади. Да не, будто бы все нормально. Более-менее. Сидишь как на пианино играешь. Типа того. Давай, давай. Месси. Хорошо.
пушим, да? It's pushing time. Оу! Вот что-то. Что это было? Дьявольский взрыв какой-то прям. Это грибы такие? Ну, типа, да, чертики. Ну что, посмотрим статистику. В этот раз, да, в этот раз весел. Хи. Так. Давайте сейчас лайкнем Калисту. Да, вот я тоже подумал так, что Калиста норм вообще. Несмотря, что она расформилась. Ну да ладно. Ну так. Так, ну я сыграл Подожди, сейчас на Б с плюсом. Да? Чё? Нормально. Сейчас я поставлю оценку. Несмотря, что я... О, С, ну, все правильно. Ну и Калиста тоже. Так, что у нас? Что там по демеджу? Нормально у меня? А что это я Калисту передамажил? Это нормально? Меня передамажил только мастер И. Мы рано закончили, я так понял. Ну да. Я вообще третий по дамагу, там второй Тима. А ульта твоя как бы тоже... считается. Ну да. Я говорю, надо было лич пораньше собрать, вот там демош это было вообще. Только что-то Вейн какую-то фигню сделала. На чем? Ну, она как-то, не знаю. Я просто ни разу не видел, чтоб... Вейн? Ну да. А, да, у нас Вейн. Ну да. У нас же три АДК типа, да? Да, так бы вот. Ну что ж, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки и не забывайте, что видео на моем канале выходит каждый день. Всем пока!